как я отношусь к московскому благоустройству. Ну, я же все-таки разумный человек, хотя и, конечно, тот еще дурак, но вот, допустим, город Нью-Йорк, да, я много смотрю, там, мне кажется, нет вот такого, прямо вот такого, я не знаю, тщательного облагораживания, как в Москве в последнее время. То есть там как-то, мне кажется, менее облагорожен. То есть Нью-Йорк до сих пор, он довольно брутальный город, мне кажется, при том, что это город до сих пор город свободы, там до хрена всяких фриков, но не случайно в один дом. Вы помните там даму с птицами? Это довольно типичный персонаж для Нью-Йорка. Вот. Ну и при Лужкове Москва была такая же, она все равно была столицей. То есть, несмотря на то, что там не меняли асфальт каждые 5 минут, не укладывали все плиткой, все равно это была столица. Поэтому, конечно, это... Конечно, я к этому отношусь, я думаю, как бы не то, что агрессивно плохо, но вообще, в принципе, я... Вот, когда вот все подстрижено, все везде фонарики, как это в Европе. Я против этого, я к этому не привык. Я люблю, чтобы город был, ну, натуральный, чтобы дома были старые, чтобы там облупившаяся штукатурка, к этому ко всему я хорошо отношусь. Заросшие дворы, но, конечно, не переходящие, чтобы ситуация не переходила ту грань, как вот у моей АПЫ в Казани, когда двор — это просто постапокалиптика. То есть там... Ну, смотрите, там моя поездка в Казань, она есть, там будет плейлист у меня на канале. Вот, там это есть. Ну, там просто двор, это двор ужасов. То есть там уже просто никакой выразительности в этом нет. Это двор ужасов, абсолютно. В Москве, конечно, такого быть не может. Вот еще одна стройка. Не очень мне, конечно, ясно, для кого все это по таким баснословным ценам.